Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра АФК Арена. И в этом выпуске мы проведем потешный бой в чудесном путешествии против королевской гвардии, против королевской пачки вот в стране замерзших озер. Поступило такое интересное предложение именно уничтожить этого злодея. То есть, возможно ли это или нет? Сейчас и узнаем. То есть, в принципе... У меня на аккаунте герои, ну, относительно хорошо прокачаны, да, не супер топчик, то есть, допустим, тот же Артур, пока что лишь оранжевые звездочки, хочу докачать его, осталось чуть-чуть, ядер не хватает, но обязательно докачаем, поэтому, к сожалению, он сейчас не может выступить как основной мега-урончик, но, тем не менее, противники почти 600-го левела, вот, но и уровень силы. Посмотрите, 400 лямов. Я не знаю, как там они запакованы, перепакованы, но уровень силы крайне высок по сравнению с нашими картами. То есть наши реликвии были очень-очень слабы. Сейчас попробуем использовать всю мощь нашего аккаунта, дабы уничтожить, просто разорвать этих злодеев. Сразу же автобитва. И... А ну-ка, покажи класс! Хлобысь. Все, ноль урона. Zero. Вот это да. То есть, в принципе, эта пачка, она невыбиваема. Вот такой вот прикол. Интересный. Остался. Да, видимо, они напакованы на какой-то вот вариант по ХП там. Просто зашкаливает. Наверное, еще и защита напакована. А быть может, есть какой-то эффект снижения урона. Потому что, ну, не мог наш Айнс нанести всего лишь 12 лямов урона. Да, здесь написано 12, а здесь 128, 135, что-то вообще не вяжется. Но, в принципе, здесь сделана пачка так, чтобы мы ее не выбили. В принципе, понятно, что реликвии не дает, но было интересно попробовать нашу команду для уничтожения этого пака. Хотя чуть-чуть все-таки урона мы нанесли, да? Посмотрите. Но разработчики, правда, посмеялись, да, с нас? С такой-то командой. Пробиться было сюда не так-то просто. Здесь стояли защитники. Вот, для того, чтобы выбить одну пачку защитников, нам приходилось пробираться потом с самого конца. Вот, выбивать опять каких-то поднятых воинов. Снова сюда топить. И вот здесь встретиться с таким вот обломчиком. Да, можно, конечно, попробовать было бы использовать слезы дары, но они почему-то здесь не работают. И это меня как-то удивляет. Обычно в подобных событиях какие-то варианты работают. Ну да, предлагают использовать наемных героев. И так далее. То есть, в принципе, выбить персонажей нереально. Такая вот особенность. О, а если поставим вот такого, да, злодея? А ну-ка, сейчас попробуем. Никого он там откатом не ударил. Ты вот 40 лямов кто-то получил, да? Ну, видимо, откатик такой маленький-маленький был. Да, пак не выбиваем. Тут только взломщикам нужно зашкаливать атаки, зашкаливать ХП. И, возможно, тогда что-то получится. Но онлайн-игры, они, в принципе, не ломаются. Ну, большинство, в всяком случае, из онлайн-игр. Вот так-то. Ну что ж, попытались, посмеялись. И поняли, что да, это непобедимый вариант. Поэтому, кто еще вдруг не проходил это событие, не нужно сюда тащиться. Здесь нет никаких наград. И победить эту пачку действительно нельзя. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.
Пока-пока и до встречи в новых выпусках.